Привет всем, и с вами Макс Мирян, и сегодня я буду снимать видео про Майнкрафт. Как вы можете заметить, я оказался в деревне. Сейчас я перейду в режим выживания. Я создал для себя этот прекрасный мир, вот, пожалуйста, сид. Но чтобы добраться до этой деревни, там придется, скажем так, пройтись направо, постоянно идти, и вы найдете эту деревню. Сейчас я переключусь на выживание, займусь творческого мира. Так, тут у нас котики бегают, тут у нас житель ходит. Так, ну что ж, давайте начнем. Тебе нужно 26 картошек. Вот и картошечка. Так. Это у нас семена. Так, 26 ровно. Нет. Так. Где этот житель? Надо пойти ему дать картошку. Тем более уже вечер настал. Так, тебе что надо? Торговец. Сейчас слишком дорогие цены. Ладно, надо зайти и заночевать в этом домике. Пошел вон. Все. Чудесно. Так, я поспал. Ага, вот этот житель, фермер. Это что? Так. Мне вот эту сделку. Все, я получил у тебя изумруд. Так, за один изумруд я могу у тебя 6 булок хлеба купить. Это неплохо, неплохо. Один изумрудик, это у нас хоть что-то дает. Даст. Так. Тут у нас свекла. Ну что, семена свеклы. Ну давайте их посадим. Компостер. Так, тут у нас. Так, свеклу я соберу. Не обижайся. Я ее обратно тебе посажу. Вот, все посадил. Так, а тебе свекла случайно не нужна? Так. Я тебе изумрудик продам, а ты мне хлеб. О, спасибо. Так, хоть голодным не останусь. Свекла и хлеб. Это все, что надо. Так. Тут у нас ничего интересного нету в этом домике. Пшеница. Так. Я соберу. Я, наверное, остановлю видео. Так, ну что ж, я собрал пшеницу. У меня 27 пшениц есть. И 27 семян есть. Так, тут у нас. О, тут у нас буряк растет, пшеница растет. Ну, конечно, я могу тоже буряк собрать. У меня пока вдосталь хватает. Предостаточно даже. Так, ну давайте мы посадим. Допустим, у нас будет столько буряка. Так. Надо еще кое-кого найти. Может, тут есть другие жители, что им нужно купить. Так. А, в этом домике я был. Так. В церквушке я не был. А тебе что надо, священника? Ну стой, стой. Что тебе надо? Так, торговля. О, да. Прости, но у тебя я ничего покупать не буду. Слишком много требуешь. Нет.
тут ничего у нас нету, к сожалению. Жаль. Так, ладно, дальше полезем наверх. Тут у нас что? Тут у нас тоже нету ничего такого. Так, надо спуститься. А, так все-таки ты что-то варишь. Ну, у тебя на плаще крипер. Так, ладно. А, вот и. А, так, тут у нас две циркушки стоит. Ладно. Ладно, ладненько. Тут у нас что? О, морковка, то, что надо. Ну, отойди. Ладно, торговля. Тебе что надо? О, у меня как раз есть. Это мне изумруд. А еще за 6 баллов хлеба. Нет, уже из него продашь. Ой, спасибо тебе, ты меня как раз выручил. Теперь у меня есть... Где мои изумрудики, не понял. А, это тебе надо купить за изумруд. Так, стоп. Я же тебе вроде отдал, но... Где мой тогда изумрудик, а? Ладно, ладно. Ладно, житель Китайл. Или может это какой-то баг, не знаю, но... Вообще-то игра написана, что она в бета-тестировании. Я ему отдал 27 или 26 где-то пшеницы, но изумруд он мне так и не дал. У меня даже в инвентаре нету, может... Какой-то... не надо мне покупать, ничего покупать. Я пока морковку собираю. Это за изумруд. Так. Надо походить по домам, может я тут хоть какую-то броню найду. Так, тут у нас что? Так, тут у нас циркушка. Ну и тут у нас ничего не стоит, к сожалению. Ладно, зайдем в этот домик. В этот имею в виду. Так, что у нас тут стоит? Кровать? Нет, это не то. Так, библиотека. А, нет, это не библиотека. Хотя бы хоть что-то бы было бы, а? Ладно, пока побегу коровок. Так, вот уже можно тоже броню сделать. Хоть какую-то бы. Хоть какую-то. Хоть какую-то. Так, пойдем дальше. Тут я уже был. Так, овечки мне не интересно. Так. А, я что-то присел. А вот то, что нам надо. Кстати, для новичков могу вам кое-что сказать. Если вы хотите где-то взять броню, сразу ищите именно кузницу. Или кузнеца, или оружейника. Обычно не продают броню. Так. Вот. Вот про это я и говорил. Так, нет, хлебушек мы заберем, обязательно мы заберем хлеб, и золото мы заберем, и это мы тоже заберем. Так, ну, броню, я думаю, на себя надо надеть, чтобы место не занимало в инвентаре. А, так, телефон сюда положим. Так, и думаю, нам надо еще кое-что сделать, или штанишки какие-то, или хотя бы хоть что-то. Только для этого нам нужен верстак. Ладно, можем поискать верстак. Тут его нету. Тут тоже его нету. Ладно, может здесь хотя бы есть. Тоже нету. А, вот даже разговаривать. Так, а ну стой. Стой, противный носатый, стой. Торговля. Так, у меня изумрудов нету, потому что тебе нечего даже и продать мне. Может, тебе что-то надо? Стой. Так, торговля. В этого тоже ничего такого интересного нету. К сожалению. Жаль. Так. Надо ту коровку убрать. Ну как убрать? Просто мне нужна шкура. Так.
Что у нас тут? А, вот верстак. Кожа. Ладно, я забыл, как крафтить, но ладно. А, для кожи нужен точно слиток еще. Красный краситель можно. Не-не-не, пока не надо. Пока не надо. Ладно, походу у нас ничего такого нету в инвентаре. Интересного. Это очень жаль. Так. Я думаю, что можно собрать пшеницу и тому фермеру продать ее. Опять. И хотя бы один изумруд можно получить. Посеем еще пшеницу. Так, а теперь надо лечь спать, потому что зомби вернутся и все-таки убьют меня. Так. Вы не против, если я вас разбужу и ляжу спать? Спасибо, добрый житель. Спасибо вам за то, что вы мне дали поспать. А сами куда-то ушли. Ну, естественно же. Я же лег в его постель. Разбудил, и он убежал. Так. Бедная свинюшка. Я тебя, конечно, не хочу убивать, но придется. Кожи. И еще свинины. Ну, сколько у нас много всего. Но предметов у нас практически ничего нету. Это очень жаль. Так, я... Так, я знаю, что можно сделать. Можно, конечно, в шахты спуститься. Я уверен, там шахты есть. Но не хочу. А почему я не хочу туда спускаться? Ну, как бы вам сказать... О, колокол. Все жители разбегаются. Можно этот колокол сорвать и на кое-что переплавить. Надеюсь, хотя бы на что-то он пригодится. О, сколько коровок. Много-много-много. Много еды. А, тут у нас ничего нет. А, тут у нас плавильная печь, то, что надо. А, это коптильно перепутал немного. Хотя... Так, вот. А, точно надо дерево где-то срубить. Ладно. Потом посмотрим, что можно из колокола сделать. А, у нас испорченный. К сожалению, ладно. Ну, тогда я, наверное, себе еду приготовлю. Я думаю, что в следующем видео я могу эту деревню просто взять и перестроить. То есть зайти в креатив и просто ее перестроить. Сделать, чтобы жители были защищены. И, наверное, еще что-то сделаю. Придумал. Так, ну не сюда. Сюда надо. А, вот так, колокол. А, его нельзя. Жаль, так. Так тоже не надо. Ну тогда давайте свинину. А, то есть поменять надо. Сейчас оно все сделается, а мы подождем. Так, житель, что можно у тебя? Ты слишком дорого берешь, ты знаешь?
можем забрать уже. Тоже можем забрать. И это мы тоже можем забрать. Так. Ну что ж, у нас хватило ингредиентов, тоже все в порядке. Даже топлива хватило. Так. Ну что ж, на этом видео я буду заканчивать. Скажем так, я немного повыживал в деревне, хотя я бы не сказал, что это выживание, но, скажем, такое... Побывал немного жителем. Если так это видео можно назвать. Ну что ж, с вами был Макс Милян, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно.